Старт пятому призовому заезду. Второй вид приза Кипра. Дан старт. Бег со старта полем повела Николь. Допустила сбой. Извините, повела Смородина. Допустила сбой Николь. Входя в правый поворот, бег возглавила Смородина, мастер-тренер Максим Наводный. На второй позиции Зарок, победитель первого гита приза Кипра. На третьей позиции Аманта. Неудачно приняла старт Николи, пока выпала из борьбы. Сбой допустил Зарок. А к отметке первой четверти впереди Смородина. 32,7 секунды. Это пока более резвый прием, чем в первом гите. На второй позиции Аманта, на третьей Зарок, на четвертой Николь. К отметке второй четверти впереди Смородина, представительница Пермского края. 33,6 секунды. Вторая отметка дистанции за Смородиной. На второй позиции Аманта. На третьей Зарок. На четвертой Николь. В левом повороте бег возглавляет Смородина. На второй позиции Аманта. На третьей Зарок. На четвертой Николь. К отметке третьей четверти впереди Смородина. 33,5 секунды. Третья отметка дистанции. Лошади выходят на финишную прямую. Впереди Смородина в борьбе за вторую позицию. Аманта и Зарок. Подтягивается к ним Николь. А пока очень уверенно к финишу подходит Смородина, мастер-тренер Максим Наводный. Сбой допускает Зарок. Внимание, финиш!